В вооруженных силах стартовали соревнования за звание лучшего артиллерийского дивизиона. В турнире принимают участие 6 команд. Дивизионы выступают на разных типах систем: гаубицы, буксируемые орудия и самоходные установки «Гиацинт». Оценка начинается с этапа получения боевой задачи в пункте постоянной дислокации и заканчивается после огневого поражения цели. Во время боевой стрельбы дивизионы меняют несколько позиций и поражают не менее 7 мишеней на различных расстояниях. В ходе соревнования каждый дивизион с получением распоряжения должен выполнить мероприятие подготовки к ведению боевых действий, в установленное время провести реконструировку районов огневых позиций, рубежей наблюдательных пунктов, совершить марш, занять боевой порядок, организовать и провести мероприятие по артиллерийской разведке. Окончательные итоги соревнований будут подведены в октябре.